Англичане поигрались, но на самом деле подразумевали, что никакая не нация это возникает, а национальный очаг. Почему именно? Вот можно было написать национальное государство, но это не их была тема. Потому что у англичан, как у лорда Бальфура, если национальное государство евреям, а почему ирландцам тогда не национальное государство, правда? А Ирландия — это тяжелейшая проблема. Когда в 16-м году было восстание ирландцев. Там ирландская республиканская армия была создана примерно в эти годы, понимаете? Поэтому и возник этот национальный очаг в исполнении англичан. А американцы сразу: право нации на самоопределение. А каких наций мы укажем? О каких границах мы укажем, а как самоопределяться, мы поможем и мы подскажем. А палестинцам, как говорится, никто не позволил так самоопределяться.